Теремок ТВ. Кротик и панда. Очки. Дедушка обезьяна! Сейчас, сейчас! Я тут. Дедушка обезьяна, вам посылка. Вот, держите. Наконец-то. Принесите ее, пожалуйста. Дедушка обезьяна, я тогда пойду. Пока, пока, пока. Спасибо. Что там? Игрушки? Еда? Что там? О, что там? Это же очки. Очки? Это не еда. Это не еда. Для меня они важнее еды. Та-да! Ого, ух ты, вы надели очки. Отлично выглядите, дедушка обезьяна. Кротик, ты сегодня плохо вымыл лицо. У тебя в усах хлебные крошки. О, дедушка обезьяна, вы так хорошо видите. Знаю, это все из-за моих новых очков. Кротик, поиграем в настольные игры. Конечно, только схожу, позову Хо-Хо на помощь. С такой высоты мне все видно. О, дедушка обезьяна надел очки. Отлично выглядите. Дедушка обезьяна, на что смотрите? Я вижу в 800 метрах от берега крокодили яйца. 6 штук. Вы что, шутите? Вы их видите? Я могу рассмотреть твой дом, что находится в километре. Правда? Да, я все четко вижу. Возле входной двери сушатся штаны. Так, так. Ну? Алис, ты что, купался в штанах? Ну, это вышло случайно. Дедушка обезьяна, пока! Никто не должен видеть мои штаны! Хожу сюда. Дедушка обезьяна, это наша фигура. Молодец, заметил. Тогда... Сюда выходить не можете. Дедушка обезьяна, а почему вы не надели свои очки? Мои очки упали с дерева, я не смог их найти. Ну тогда закажите новые, в чем проблема? Те очки мне подарил старый друг, их не заменить. Чуть не забыл, я собирался пойти к черепашке попить чаю. Сыграем в следующий раз. Дедушка обезьяна, дом черепашки не там. Может, нам проводить вас? Нет, не стоит, что вы, я смогу найти дорогу. Похоже, дедушка обезьяна очень любил те очки. Это уж точно. Без очков он может заблудиться и не найти дорогу. Да, проводим его. Черепашка, как называется эта телепрограмма? Дедушка, это аквариум. В последнее время у вас проблемы со зрением. Да, когда у меня были очки, я четко видел, сколько бананов на дереве за 800 метров. Какие очки? Да, так, неважно. Хо-хо, как нам помочь дедушке обезьяне? Ага.
Готово! Ого! Что это за штука? Таблица проверки зрения. Таблица проверки? Я хочу проверить зрение. Тогда не улетай далеко. Нет проблем. Я отсюда скажу, куда направлены бананы. Влево, вправо, вверх, влево, вниз. Все верно. И как мое зрение? Чечевица, у тебя отличное зрение. Да, да, у чечевицы отличное зрение. Хо-хо проверяет наше зрение. Подходите скорее. Хо-хо проверяет наше зрение. Подходите скорее. Хо-хо проверяет наше зрение. Подходите скорее. Идите сюда. Ты первый. Тогда я вторая. Так много народу. Во что вы играете? Мы проверяем зрение. Дедушка обезьяна, вы тоже проверьте. Нет, нет, у меня все в порядке. Дедушка, зрение проверять не будем. Давайте отгадывать загадки. О, вот это я люблю. И я тоже люблю. Хочу сыграть первым. Встань в очередь! 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 Вот так. Но у нас есть правило. На время игры нужно надеть очки. Ладно. Угадайте, что в руках у кротика? Квак. Дедушка обезьяна, это я. Квак. Далее. О, это телевизор? Конечно, это точно телевизор. Нет, далее. Теперь он не заметит мои штаны. Бананы! Это бананы! Ура! В точку! Поздравляю! Дедушка обезьяна, вы выиграли эти очки. Спасибо, дети. Но я любил свои старые очки. Мне они тоже нравятся. Лис, что за блестящая вещь у тебя на хвосте? Эй, Кар! Кар! Очки дедушки обезьяны! Кар! Кар! Я что, сегодня странно выгляжу? Почему все на меня смотрят? Должно быть, ворон нашел ваши очки, дедушка. Держите. Мне понравились очки, что вы сделали. Буду носить их по очереди. Вы будете чаще менять облик. Угу. Это здорово. О, нет! Мои штаны еще сушатся! Кротик и панда. Исполнение желаний. Когда метеор пролетает по ночному небу, дети, сидя на дереве, загадывают желания. Дерево слышит их желания, и на нем вырастают прекрасные плоды. Ого! Вот бы увидеть такое дерево.
Дерево! Пусть завтра на тебе вырастут вкусные булочки с бамбуком. Спасибо! Булочки, растущие на дереве. Хотя, не хочется разочаровывать Хо-Хо. Чем пахнет? Это не может быть правдой! Это волшебство! Кротик! Кротик! Проснись! Это невероятно! Что такое? Ты знаешь, что я вчера загадал получить от волшебного дерева? Бао-цзы. О, верно? Эй, откуда ты узнал? Догадался. О, я и представить не мог, что на дереве вырастут булочки. Листья бамбука. Люблю этот вкус. Просто волшебство. Тебе нравится? Да, вкусно. Было бы еще вкуснее, если добавить сахар. Волшебное дерево, спасибо за эту булочку. Надеюсь, завтра на тебе вырастет новая булочка. Новая булочка? Кротик, я теперь буду загадывать желания каждый день. И у нас всегда будут завтраки. Эти булочки гораздо вкуснее моих. У них особенный, не китайский вкус. Если завтра на дереве не будет Бао-цзы, Хо-Хо очень расстроится. Нужно добавить сахар. О, кротик! Ты тоже здесь! Идем, проверим, вырос ли наш завтрак на дереве. Так рано! Может, булочки еще не появились? Тогда сможем посмотреть, как они растут на дереве. Ой! Что такое? Кажется, я вывихнул лодыжку. Больно! Так. Давай, залезай! Где мои булочки? Где они появятся? Мне кажется, они с той стороны. Правда? Проверю. Кротик! О, чудесно! Ты нашел нашу булочку! Да-да, вот, держи. На этот раз в булочке есть сахар. Отлично! Дерево исполнило желание. Здорово! Я хочу увидеть, как булочки появляются на волшебном дереве. Я не вижу булочку. Она не появилась на дереве?
Что? Я нарушу свое обещание. Я обещал кротику разделить с ним завтрак. О! О! Кротик! Скажу, что я съел его булочку. Кротик, смотри, булочка только что повисла. Только что появилась. Ну что, давай завтракать. Странно, кто повесил ее на дереве? Та-да! Кто еще, кроме меня, вешает на дерево булочки? Нужно выяснить, как булочки появляются на дереве. Кротик! Почему ты здесь? Я хотел увидеть, как появляются булочки. Сегодня мы наконец-то увидим, как на дереве появляются булочки. Мне не терпится увидеть это чудо природы. А что, если булочка не появится на дереве? Нужно, чтобы кротик уснул первым. А если тот, кто развешивает булочки, сегодня не придет? Нужно, чтобы Хо-Хо уснул первым. Почему ты до сих пор не спишь? Я тебя разбужу. Давай заснем вместе. Давай. Похоже, сегодня на дереве не вырастет булочка, но кротик не должен расстроиться. Похоже, тот, кто развешивает булочки, не придет, но нельзя подводить Хо-Хо. О, на дереве все-таки выросла булочка. Тот, кто приносит булочки, все же пришел. Лучше мне все же ее повесить. Это ты развешивал на дереве булочки. На деревьях они сами не растут. Ты прав, это не более чем сказка. Волшебных деревьев с булочками просто не существует. Но все-таки это дерево укрепило нашу дружбу. Озвучено по заказу CLS Media в 2017 году. Чудо откроем, будем встречать закат. За руку будем мы с тобой шагать. Вместе по лесу, вместе по полю, там, где мечты кружат. Добрые звезды с небес на нас глядят. Я загадаю, хоть и не знаю.